Здравствуйте, здравствуйте, с вами Мира Бай. Сегодня я хочу рассказать вам, как воспринимать английскую речь на слух. Я все рассказываю из своего опыта. Я только недавно начала учить английский язык, и я подошла к этому как исследователь, как самостоятельный исследователь, можно сказать. И я сейчас хочу рассказать вам, как я восприняла первые мои впечатления. Я английский язык учила через слушание. Вот первые два дня, когда я слушала, было впечатление, как будто английская речь, как будто какой-то бла-бла-бла, и ничего непонятно. И даже на второй день голова у меня разболелась. Но я опять смотрела, находила в Ютубе вдохновляющее видео, и заново за это бралась. И потом поняла, что мы, все люди, проходим, должны пройти через этап. Но этот этап у некоторых длится годами, но у меня этот этап продлился 2 дня. И это при том, что я слушала повторно один и тот же текст по 30 минут. И дальше я стала слышать на слух именно раздельно английскую речь. И это мне помогло. До свидания, с вами была Мира Бай.